Филателисты и нумизматы отходят на второй план, скажу я вам. Житель Воронежской области собрал коллекцию из нескольких тысяч жалоб чиновникам. Больше 30 лет. Житель Терновки, это там в области, Юрий Попов, борется с несправедливостью и произволом. Ответы на жалобы Юрию приходят со всей России, от Воронежской до Ульяновской областей. Дома у него скопилось более 2000 ответов из различных инстанций на обращение. Теперь коллекционер планирует открыть домашний музей в помощь местным жителям и в назидание нерадивым чиновникам. Давайте послушаем. Самое интересное то, что, например, если человек обратится, обращайся к чиновникам с жалобой. Но не каждый знает, например, закон, что есть 59-й закон от 2 мая 2006 года о порядке рассмотрения обращений граждан. Если чиновники ответ не дают, 30-дневный срок, то, соответственно, можно обратиться иском в суд, и прокуратура возбуждает административное дело по 559 Кодекса административных нарушений. Ну, на этом многие чиновники уже погорели у меня. Многие поснимали с работы. Кого привлекли к дисциплинарной, к административной ответственности. Вот это терпение, вы только представьте. Несколько лет назад он выиграл судебный процесс у заправки, которая не долила ему бензина на 18 копеек. А еще Юрий жалуется на плохие дороги, неправильное ударение при объявлении железнодорожных станций и многое другое. Так что его необычная коллекция еще не раз пополнится новыми экспонатами.